Добрый день, друзья. За окном солнечный октябрь, а у нас на кухне солнечные абрикосы в легком сиропе высшего качества, натуральный продукт. Видите, написано «Кубаночка». Кубанские абрикосы гарантированно высшее качество. «Кубаночка» написано даже на крышке. Дата изготовления 15.07.20 и срок годности до 07.22. Практически свежие. Абрикосы в легком сиропе. Что входит в состав? Вода питьевая, абрикосы, сахар и лимонная кислота как регулятор кислотности. Кто изготавливает эти абрикосы, такие солнечные, в легком сиропе? ООО «Гранд Стар». Краснодарский край, это мы уже поняли, на банке написано «Кубаночка». Город Краснодар, улица Сормовская, 98. Краснодар производит. Масса нетто 750 грамм, масса плодов 370 грамм. То есть половина содержимого – это плоды. Видите, какие ровные, один к одному. Один к одному плоды, все остальное сироп, легкий сироп. Вот такая кубаночка, вот так выглядит банка, стеклянная. Вот, видите? Ну что, сейчас будем, наверное, мы ее открывать с вами и пробовать. Даже нам деваться. Дегустация есть дегустация. Ну что, товарищи, легким движением руки мы открываем вот эту щелкнула стеклянную баночку. Щелкнула, это хорошо, значит, была закрыта банка герметично. Ничего лишнего туда не попало. Смотрите, сейчас будем ложкой аккуратно доставать из банки. Смотрите, какие здоровые. Смотрите, какие здоровые абрикосы. Боже мой, какие же они все-таки большие. Как куриные яйца. Как куриные яйца. Вот такие, ну, один маленький попался. Смотрите. Отборные. Один к одному. Один к одному. Сейчас их все достанем из банки. Аккуратно. Достаем из банки все. Достаем из банки. Аккуратно. Так, секундочку, один не хочет вылезать, но мы его все равно достанем. Так, я даже не считаю, сколько их. Ой, один попался какой-то вот такой. Боже мой. Райский. Просто райский нектар какой-то. Ребята, это чудо. Я уже откусил кусочек. И мне уже это нравится. Так, у меня есть вот такой стакан, в который я хочу налить сироп. Сироп, потому что буду запивать этим сиропом вот эти абрикосы. Видите? Вот котик прибежал к нам, как всегда котеночек, здесь у нас. Что такое? Что? Чем пахнет? Абрикосиками, солнечными фруктами пахнет. Да, котик ароматные, видите, даже котик прибежал на запах. Котик прибежал на запах. Ну что, пробуем? Пробуем. Внутри косточка. Ну, косточку мы сразу легким движением руки вынимаем. Она нам не нужна, в тарелку. Видите, вынули. Вот получилось вот так вот. Боже. Ой, ребята.
Это просто медовый, просто мед. У меня руки продезинфицированы, поэтому я буду даже их есть руками. Так удобнее, чем ложкой. Раскрываем их, выбрасываем косточку, и вот эту сочную медовую мякоть мы с вами едим. Наслаждаемся вкусом, витаминами. Ой. Реально, это высшее качество. 10 баллов из 5. Вот, смотрите. Очень вкусно. За ваше здоровье выпиваю легкий сироп. Сиропчик тоже медовый. Боже мой, как бы что ни слиплось. Обалденно. Просто котик, да? Котик нюхает баночку. Видели? Боже мой. Нереально вкусный, нереально. Вкусный десерт. Сочный, спелый. На вкус вот просто удивительный вкус. Я так и не ел консервированные абрикосы. Первый раз. Они почти как персики. Почти как персики, смотрите. Рацию нет. Вот мой. Какая прелесть. Ой. Ой, большое спасибо Краснодарскому краю за процветание Кубани, Краснодара и Ставрополья. Боже мой, это великолепно, это просто чудо, чудо-нектар. Чудо-нектар, это даже не сироп, а такой, как компот. Как компот. В общем, друзья, всем рекомендую, если где-то увидите вот эти консервы фруктовые, абрикосы, высшего качества в легком сиропе. Производство Краснодар. Обязательно покупайте, обязательно, не раздумывая, вот такие стеклянные баночки, они еще нам пригодятся для хознужд. Можно туда что-нибудь закрыть. Можно, например, варенье наварить туда. Мед сюда влезет, очень хорошо поместится. Крышка винтовая. И вообще очень удобная, хорошая баночка. Выбрасывать ее не будем. У нас в хозяйстве все пригодится. Спасибо всем, кто смотрел этот обзор, эту дегустацию. Пишите ваши комментарии внизу под этим видео. Ставьте лайки. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. И будет вам счастье навеки вечные. Всем пока-пока, всех люблю, целую. С вами был Провинциальный Толстяк ТВ. До скорых встреч!